все знают, что такое блюз. А чем отличается блюз от джаза? Так. И следующая композиция называется «Армянский вальс». Кто умеет танцевать вальс? Thank you.
рубача. Как вы уже почувствовали, что приближается лето? Нет. Видимо, на улице очень холодно. Но мы сейчас приблизим лето и исполним для вас, вот для вас специально, для вас. Лето, лето рядом. Самый известный джазовый стандарт. А какой, кстати, самый известный джазовый стандарт вы знаете? Summer Time. Thank you.
Ладно, брови. Евгений Янов, бас. Что, приближаем лето, да? Thank you.
А где твоя вторая рука? Исполним композицию под названием «Арабика». Готовы? Thank you.
названием «Арабика». И следующая композиция называется «Конвергенция». Поехали. Thank you.
Конвергенция, спасибо. Это такой термин, слияние еще можно сказать, классической, роковой, джазовой и какой еще угодно музыки. И следующая композиция будет называться «Лирит». Вот наш замечательный Сергей Алямкин посвятил своей очаровательной сестре эту композицию. Называется «Откровение». Thank you.
Следующая композиция называется «Африка». Кто-нибудь был из вас в Африке? Вы были в Африке? А что вы там делали? Правый край. Так, отлично. Давайте попробуем ритм какой-нибудь. Так, уже лучше. А вы не гладьте, вы бейте. Так, давайте попробуем с нашим барабанщиком. Поехали. Кому не хватило инструментов, можете вилками и ложками по тарелкам сейчас. Поехали, Африка! Thank you.
не досталось, девчонки. Вы должны делать вот так вот. У вас хорошо получается. Так, кто там был в Африке? Пойдемте к нам. Серьезно, конечно. А барабан, барабан, возьмите тоже. Как вас зовут? Так? Ксюша. Аплодисменты, Ксюша. Она была в Африке. А где вы там отдыхали? Ну, где? Барабаны трогали там африканские? Как это было? Давайте поддержим Ксюшу. Ваши перкуссии. Задача такая. Сейчас Витя будет наш барабанщик, его зовут Виктор. Он будет играть сейчас. А ребята поддерживают. И вы тоже поддерживаете. Он будет задавать ритм, играть фразы, а вы будете повторять. Раз, два, три. Сейчас Ксюша будет играть, а Витя будет повторять. Вы же были в Африке? У нас барабанщик не был в Африке. Сергей Алямкин, гитара. Играл сегодня для вас. Ты был в Африке?
на Кубе ты был? Спасибо, что пришли на наш сегодняшний концерт. Слушайте хорошую музыку, делайте добро. Приходите еще к нам на концерты. Сергей Алямкин, гитара. Влад Дубровин, клавишные. Виктор Кукормин, ударные. Евгений Яров. Михаил Иванов, звук. Меня зовут Артём Айвазян. Спасибо большое. Спасибо большое. И в завершение мы сыграем композицию под названием «Франкенштейн». Есть фанк, есть Эйнштейн, есть Франкенштейн.